над Китаем, поссорил меня с некоторыми хорошими моими друзьями на Западе. Кинематографисты Парижа не согласились с моими обвинениями маоизма в политическом предательстве. А группа студентов Западного Берлина обратилась ко мне с открытым письмом, в котором дословно написано, что я предал свое революционное прошлое. Маоисты распространили это письмо на международном кинофестивале в Оберхаузене. И поэтому я считаю себя просто обязанным выступить с новым фильмом, утверждающим мою личную оценку событий в Китае. Думается, что сторонники маоизма на Западе должны в конце концов понять, что прячет за собой фальшивая революционность Мао Цзэдуна, его последователей и наследников. Война? Ну и хорошо. Можно будет быстрее покончить с империализмом. При наличии атомной бомбы война может продлиться на год меньше, чем раньше. Если глянуть со стороны, не так уж и велика наша планета. Человеческому гению вполне доступно и благоустроить, и украсить ее до неузнаваемости. А еще проще — сжечь. Сжечь все живое, от соснового бора до последнего куста полыни. От слона до последней собаки. Вот так. Облунить родимую матушку-землю. На развалинах ядерной войны, утверждает Мао Цзэдун, будут созданы в 1000 раз более прекрасные цивилизации. А его помощник Дэн Сяопин подхватывает. Мир во всем мире не может длиться на протяжении жизни целого поколения. У каждого поколения будет своя война. По-моему, уточняет Мао, атомная бомба не страшнее меча. А по-моему, для больших скачков Пекина наша планета просто недостаточно велика. Живущим в стеклянном доме не следует швыряться камнями. И когда лидеры маоизма превращают идею войны в государственную политику своей страны, надо понимать, что цель этой безумной авантюры одна – достижение мирового господства. Мне хочется, чтобы все, кому дорог мир, внимательно всмотрелись в эту карту Китая. Выступая на пленуме ЦК КПК в 1965 году, Мао Цзэдун заявил: «Мы должны заполучить Юго-Восточную Азию, включая Южный Вьетнам, Таиланд, Бирму, Малайзию, Сингапур. Такой район Юго-Восточной Азии очень богат. Там очень много природных ископаемых. Он весьма заслуживает затрат, чтобы его заполучить». Судьбой Монгольской Народной Республики Мао распорядился еще в 1936 году. «Когда в Китае победит народная революция, — говорил он, — Республика Монголия автоматически станет частью Китайской Федерации. В 1964 году, принимая делегацию японских социалистов, Мао Цзэдун заявил: «Примерно 100 лет назад район к востоку от Байкала стал территорией России. С тех пор Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются территорией Советского Союза. Мы еще не предъявляли счета по этому реестру». Слова-то какие, как в банке: счет, реестр, предъявление к оплате. Тоска по гегемонии искажает ныне многие географические карты Китая. Взять хотя бы этот современный учебник для средней школы, в котором границы Поднебесной империи щедро раздвинуты за счет добрых соседей.
Или вот еще карта древнего Китая, которую часто печатают и сегодня. Здесь, на востоке, Великий Китай включает в себя Камчатку, Сахалин, Приморье, Корею. На севере забирает Монгольскую Народную Республику, Забайкалье и солидную часть Сибири. На западе граница охватывает огромные просторы Казахстана, доходит почти до Каспийского моря, включает земли Афганистана, Индии. На юге прихватывает Непал, Бутан, почти всю Юго-Восточную Азию. Территориальные претензии Пекина относятся буквально ко всем соседям. Они составляют более 1/3 существующей территории Китая, или 3 с лишним миллиона квадратных километров. Глядя на эту карту, нетрудно представить себе, как в Азии жаждут разрядки напряженности все соседи Китая. И какую ярость вызывают в Пекине пункты соглашения в Хельсинки. Уважение суверенитета, неприкосновенность границ, неприменение силы. Не потому ли в Китае никогда и нигде не услышишь слов «Да здравствует мир»? Разрядку напряженности здесь рассматривают как смертельную опасность маоизма. И они, эти апостолы войны, совершенно правы. Мир на земле и маоизм несовместимы. Маоизм – это война. Его программа – водрузить над миром знамя идей Мао Цзэдуна. Нашим объектом, говорит председатель Мао, является весь земной шар, где мы создадим мощную державу. Может показаться странным, почему маоизм кощунственно прикрывает свою агрессивную стратегию великими именами Маркса и Ленина. Сколько в этом цинизма и аморальности. Но ларчик открывается просто. Все победы китайской революции коммунисты одержали под знаменем Ленина. Ленин жив даже в тех немногих достижениях социализма, которые не удалось задушить маоистам. Поэтому маоизм и живет в Китае как противоестественная пристройка к идее Маркса и Ленина. Только поэтому маоисты прикрыли именами Маркса и Ленина антикоммунистическую программу своего 10-го съезда. Это здесь, от имени, но без спросу 28-миллионной партии коммунистов, в отчетном докладе Центрального комитета заявлено. Разрядка – дело временное, а большие беспорядки на мировой арене. Война – дело неплохое, а хорошее. Никто этих странных делегатов, проголосовавших за войну, на съезд не выбирал. Никто в партии не знал, что их собрали решать судьбы войны и мира. Невероятно, но съезд этой партии был собран подпольно, и известно о нем стало, когда он уже кончился. А в подполье их прятали потому, что этот съезд нацеливал великую страну на путь развязывания мировой войны. Может быть, это было всего лишь пропагандистским трюком, чтобы запугать соседей. Нет. Курс на подготовку войны подтвердило и Всекитайское собрание народных представителей. И здесь уже от имени 800-миллионного народа, но вопреки его воле, и также без спросу, и также в обстановке строгой секретности, собрали никем не избранных делегатов. Они выкинули из прежней конституции КНР все статьи о борьбе за мир и дружбу народов. Вписали статьи, требующие готовиться к войне,
глубже рыть траншеи, запасать зерно, готовиться к голоду. И от имени всей страны еще раз утвердили председателя Мао диктатором с неограниченной властью. Он не принял личного участия в этом форуме, может быть, потому, что был очень занят серьезными переговорами с главой западногерманских реваншистов Штраусом. Ладно, пусть бы они только судили, дорядили, где что плохо лежит у соседей. Но вот китайская кинохроника. Испытание первой китайской атомной бомбы. Рядовые идеи о мировом господстве они начали реализовать с таким же безрассудством, с каким не так давно пытались уничтожить всех воробьев в Пекине. Это событие маоисты преподнесли народу как величайший национальный праздник. Эти взволнованные лица и веселые танцы на площадях вызывают чувство горькой тревоги. Они радуются, как на празднике урожая, хотя урожая нет. Плясать бы вроде не ко времени. Родилось чудовище. В руках пекинских авантюристов оно таит грозную опасность. Здесь идет испытание не только ядерного оружия. Испытывается моральная сила народа, верность его идеалам мира. Военным психозом маоисты пытаются отравить все поколения и начинают с младенцев. Тревожные кадры. Пусть задумаются об этом сторонники Мао Цзэдуна в Европе. И пусть задумаются также мои личные друзья, кинематографисты Парижа, осуждающие мои резкие выступления против маоизма. Маоисты отняли у малышей детство. Куклы заменили оружием. Вдумайтесь, что происходит. Разве не так уродовали гитлеровцы мальчишечьи души в канун Второй мировой войны? И разве не так калечили мальчишек милитаристы Японии? Разве отставали от своих союзников фашисты Италии? Легче возродить из руин разрушенные города, чем вылечить души, искалеченные шовинизмом. Сегодня, когда эти мальчишки уже хлебнули горе войны, и разрушенные ими города встали из руин, хочется закричать во весь голос: «Стойте! Не повторяйте кошмаров прошлого!» Этих подростков не просто учат колоть штыком. Их призывают своими руками переколоть всех социал-империалистов. Их учат, не задумываясь, бросаться в огонь и в воду, если того потребует председатель Мао. Миллионы юношей и девушек отравлены идеями войны и самопожертвования. И этот психоз продолжается не год и не два, 10 лет. Однако, сколь невелик угар шовинизма, многие иностранные наблюдатели утверждают, что все попытки маоистов завоевать сердца миллионов решающего успеха не имеют. Все больше обнажается несовместимость маоизма и интересов китайского народа. Однако маоисты умело гасят недовольство народа. Они сумели создать в стране атмосферу осажденной крепости. Когда враг у ворот,
Молчи, повинуйся, делай, что приказывают, и не вздумай ослушаться. Вот сюжет современной китайской кинохроники. В Маньчжурии, вблизи советской границы, спешно строятся подземные города и укрепления. Комментируя эту кинохронику, английский журналист Берн утверждает, что только в районе Шиньяна на этой стройке занято около 2 миллионов человек. Это подземелье города Шиньян сооружается на глубине около 200 метров и рассчитано на 10 тысяч жителей. Считают, что этот подземный город будет удовлетворять все потребности населения, от овощных магазинов и столовых до клубов и театров. Смотрите, с каким исступлением ведутся эти работы. Будто враг у ворот. Завтра предстоит штурм, и люди готовы ко всему. Подумайте, как необходим для этой операции оголтелый антисоветизм. И хоть никто не угрожает Китаю, этот коварный прием помогает маоистам мобилизовать все национальные ресурсы для создания огромной военной машины. В Пекине делает это с величайшим старанием. Однако научно-техническая революция неизмеримо удорожила военные эксперименты. Этих танков война пожирает сотни тысяч. Вооружить и бросить в бой этих пехотинцев не так просто. Даже перечеркнув все заботы о нуждах населения, средств на войну не наскребешь. Восемнадцать испытаний ядерного оружия распалили шовинизм маоистов, породили в них необоснованные иллюзии легкой победы. Но этот поганый гриб стоит так дорого, что не всякая, даже богатая страна способна вырастить его за счет своего народа. Не случайно международный империализм вынужден в складчину содержать свою военную машину. И представляется полезным сопоставить кустарные военные усилия Пекина с размахом материальных вложений агрессивного блока НАТО. За 25 лет гонки вооружений НАТО пожрало 1 триллион 820 миллиардов долларов. Трудно себе представить материальное значение этой редкостной цифры с 10 нулями. Насколько же увеличивается эта цифра, если страны социализма вынуждены тратить так же немало средств, чтобы противопоставить военному безумию империалистов вполне надежный щит обороны. Пекинские политики делают все, чтобы столкнуть в ядерном конфликте военные машины империализма с силами обороны социалистического мира. Их цель ясна. На дымящихся развалинах продиктовать человечеству правила поведения. Для того, чтобы победить, мы готовы заключить союз с самим дьяволом. Правда, слова эти сказал не Мао Цзэдун, сказал их Гитлер. Но суть дела от этого не меняется. Даже самому твердолобому империалисту сегодня ясно, что в ядерном конфликте победителей не будет. Всех нас, добрых и злых, накрепко связала воедино неотвратимая общность судеб человечества.
На корабле в час аварии уже все равно, добрый вы или злой. И тонуть вам вместе, и выплывать рядом. И ох, как нелегко было народам Европы дойти до Хельсинки. И как непросто сесть за этот стол переговоров лидерам антагонистических идеологий, непримиримым противникам во внешней политике, коммунистам и капиталистам. Только острейшая опасность заставила здравомыслящих политиков отказаться от безумия войны, признать принципы суверенитета, невмешательство во внутренние дела, неприкосновенность границ в Европе, всестороннее сотрудничество, миролюбие и добрососедство стало необходимостью. Однако разрядку международной напряженности еще более свирепо атакуют силы войны и неофашизма. Это неудивительно. Рушатся планы разгрома мирового коммунистического движения. А с ними рушится неотразимо заманчивая для Пекина стратегия погреть руки на чужом пожаре. Маоизм просто зачахнет без войны. Война, утверждает Мао, служит своего рода антитоксином, который не только обезвреживает вражескую отраву, но и очищает нас от скверны. В самом ходе войны преобразуются и человек, и вещи. Человечеству уже знакомо это преобразование. В Первую мировую войну преобразовали 10 миллионов человек. Во вторую 50 миллионов. В третью председатель Мао рассчитывает преобразовать минимум 300 миллионов. Но как вычислить горе одной? Только одной этой матери, потерявшей сына. В Китае любое слово пекинского преобразователя имеет страшную силу закона. Если председатель Мао говорит, война – это хорошо, значит, война – хорошо. С богами не спорят. Кумиру поклоняются молча. Идол все равно тебя не услышит. А он жаждет войны. Его сторонники обрушили на отсталую экономику Китая непосильный груз расходов, перекосивших всю мирную жизнь народа. Свыше 40% государственного бюджета КНР идет на подготовку большой ядерной войны. Стоит она дорого. Развитие всего народного хозяйства пришлось целиком подчинить наращиванию военной мощи и в первую очередь ракетно-ядерного потенциала. Только на рисовых полях время как будто остановилось. 80% населения Китая – крестьяне. Жизненный уровень их крайне низок. По столетия назад на полях Китая господствует ручной труд. Из поколения в поколение, от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку, наращивалось мастерство этих земледельцев. Но и мастера-умельцы сегодня уже не могут прокормить эту огромную страну силой только своих мускулов.
А техники на полях нет. Редко увидишь трактор. Промышленность производит их всего несколько десятков тысяч в год. А для полной механизации пахоты их нужно минимум 2-3 миллиона. В Пекине, по-видимому, понимают, что без коренной перестройки на базе механизации сельское хозяйство неизбежно приведет страну к голодной катастрофе. Но, готовя войну, сделать ничего не могут. Изымая у деревни под метелку все, что она производит, маоисты призывают крестьянство опираться только на собственные силы. Сегодня они подняли на щит даджайскую коммуну как знамя всепобеждающего ручного труда. В сельском хозяйстве учиться у даджая, призывает Мао. Мы приводим эти слова из роскошно изданной в Пекине на русском языке книги о даджае. В книге показан действительно героический труд крестьян коммуны даджая. В ней достойно представлены потомственные кормильцы родной страны. Однако, как и столетия назад, они обречены на тяжелый малопроизводительный труд. И сколько бы вы ни листали эту книгу о знаменосце сельского хозяйства КНР, вы не увидите в ней ни тракторов, ни комбайнов, ни прочих сельскохозяйственных машин. Даджай, как знамя, зовет всех крестьян Китая опираться только на свои силы. В Пекине планирует к 80-му году перестроить по типу даджая треть всех сельскохозяйственных коммун Китайской Народной Республики. Непонятно, зачем они эту книгу издали на русском языке. Уж не хотят ли они соблазнить наших хлеборобов лозунгом опираться только на свои мускулы? Нового в этом мало. Крестьяне Китая всегда опирались на собственные мускулы. Их отцы и деды опирались на собственные силы. Новое заключается в том, что сейчас это требование накрепко закрывает им ленинский путь к социализму, изобилию и культуре. И разве спрячешь от китайского народа удивительные достижения стран социализма, создавших могучую систему Совета экономической взаимопомощи. Притворенные в материальную силу, ленинские идеи воочию убеждают человечество в их неиссякаемых возможностях. Из пятилетки в пятилетку СЭФ наращивает сказочную мощь плановой экономики. И ничто не мешало бы и китайскому народу быть вместе с нами, в одних рядах, если бы не маоизм. Пекинские политики законсервировали отсталость и нищету, о которой мы уже и забыли. И прошлое, и настоящее отсталой крестьянской страны, как две капли воды, похожие на прошлое русского народа. Мы ведь также начинали от сахи и великой бедности. Также стоном стонали наши убогие деревни.
От нашей старой Рязани до китайского Шанси или Хубея не так уж и далеко, если мерить не километрами, а историческими параллелями. И жили впроголодь. И строить начали, опираясь только на ручной труд. Однако, в отличие от современного Китая, для нас это был только старт для разбега. И здесь наши пути расходятся. Русское крестьянство обрело иную судьбу под знаменем Ленинской коммунистической партии. Поразительно преобразилась наша родина. Леонид Ильич Брежнев однажды сказал: «Мы ставим и решаем сегодня такие задачи, о которых на предыдущих этапах не смели и мечтать». И здесь мне хочется вернуть на экран наш героический старт в социализм. Так в первой пятилетке строили Турксиб. Сегодня, уже на расстоянии, нам легче оценить решающее значение курса Ленинской партии на индустриализацию страны как основы социализма. Так строили Турксиб. Так сегодня строится БАМ. Это как раз то, что бессильно дать китайскому народу клика маоистов, хотя в Пекине и любят большие скачки. Население Китая растет небывало быстрыми темпами, а производство зерна почти не увеличивается. Что ж будет завтра, если кормильцы народа будут по-прежнему руками сеять, руками убирать и на плечах переносить урожай? Жесткий курс на войну создает перекос в индустриализации страны. Пекинским правителям приходится выбирать или мир, или война, или танки, или тракторы. Они выбрали войну. Отобрав у народа все его богатства, они закупают в странах капитала вооружение, боеприпасы, ракетные и танковые заводы. Китай имеет только один современный автомобильный завод в Чанчуне. Мощность этого завода едва достигает 70 тысяч автомашин в год. Тогда как только необъятному сельскому хозяйству Китая необходимо по меньшей мере 4-5 миллионов автомашин. Сегодня уместно напомнить, что и этот завод построен Советским Союзом в дни нашей дружбы с китайским народом. Старая кинохроника запечатлела эту стройку, свидетельство интернационального единства интересов двух великих народов. Настроили мы не только автозавод. Вот подлинные слова Джоуин Лая, который в день десятилетия КНР выразил особую признательность Советскому Союзу, оказавшему нашей стране помощь в строительстве 166 объектов в период первой пятилетки и заключил соглашение о строительстве еще 125 объектов, причем за 10 лет направил в Китай 10 800 специалистов. Смотритесь в эту старую кинохронику. Сегодня лживые пекинские кинофильмы, обманывая народ, утверждают, что ничего этого не было. И что вместо помощи Китаю мы пытались подорвать народное хозяйство и оборону КНР.
будто бы Советский Союз поставлял Китаю плохую, негодную технику и негодное вооружение. Эту уж очень грубую ложь можно объяснить только страхом. Ее вызывает расцвет всех творческих сил социалистического мира, неодолимость ленинского учения о социалистическом преобразовании мира. Что может противопоставить ему бесплодный маоизм? Как и 25 лет назад, население Китайской Народной Республики ведет сегодня трудную, еле обеспеченную жизнь. Жизнь по карточкам. Не год, не два, а долго. Риса в обрез, чтобы только-только перебиться с хлеба на воду. Масло 250 грамм в месяц. Ткани 4 метра в год. Редко эта норма достигает 8 метров. Жизнь по карточкам. Надолго. Навсегда. Когда в потухших глазах покупателей зажигается огонь протеста, его немедленно гасит окрик газеты «Жэньминь Жибао». Массы должны думать о будущем, а не ближайших выгодах. Тогда в цехах появляются агитаторы. Они душевно разъясняют, что сытая жизнь – это глупая ересь мошенников типа Линьбяо, и славят скудную уравниловку как победу диктатуры пролетариата. Но это не диктатура пролетариата. Это диктатура над пролетариатом. Как не вспомнить здесь культурную революцию? Это тогда Хун Вэйби написали в своих дадзебао: «Приветствуем вступление мира в эпоху Мао Цзэдуна». Это большой скачок марксизма-ленинизма. В Пекине не жалеют средств, чтобы цинично прикрыть именами Маркса и Ленина антикоммунистические авантюры маоизма. Чтобы понять, куда скачет от марксизма председатель Мао, перелистаем его цитатник. Здесь он обнародовал идущие от самого сердца теплые слова о безграничности своего произвола. «Китайский народ, — пишет он, — подобен чистому листу бумаги, на котором можно писать самые новые, самые красивые иероглифы». Однако эта трогательная императорская идиллия не состоялась. После Великой Октябрьской революции на спине китайца ни тушью, ни плетью императорских иероглифов не напишешь. Ленинизм высится на пути контрреволюционного маоизма как неодолимое препятствие к мировому господству. И в этом, думается, корень истеричного антикоммунизма пекинских правителей. Образ социалистического мира, тепло нашей дружбы не угасают и никогда не угаснут в памяти братского народа Китая. Москва. Сегодня трудящиеся Китая это слово произносят только шепотом. Это из-за Москвы буксует вся маоистская машина и трещит по швам вся политика полицейского режима пекинских авантюристов. Еще живы тысячи китайских крестьян, побывавших на Красной площади. Еще не забыты дружеские встречи с теми, кого сегодня приказано ненавидеть. Приказано не верить тому, что наши друзья и братья видели своими глазами. Приказано
любить председателя Мао и не оглядываться по сторонам. Они все равно будут оглядываться. Нет, им совсем не по пути с маоистами. Их устраивает только ленинский путь к социализму. Это и заставило маоизм объявить Советский Союз врагом номер один, поднять на борьбу со странами социализма все силы Китая, открыто переметнуться в лагерь империализма. Перебежчики. Как же, кстати, эти нежданные союзники пришли на помощь Пентагону и НАТО. В критический час истории, когда силы войны терпят поражение за поражением, голос Пекина звучит как набат, зовущий наших врагов к стойкости. Крепитесь, мы с вами. Резервы Китая неисчерпаемы. Крепитесь. Теперь на этой сессии Атлантического блока НАТО уже понимают, какой могучий лидер объявился у международного антикоммунизма. Джентльмены радостно принимают этот спасательный круг, брошенный империализму из Пекина в самый трудный час его жизни. С высокой трибуны Организации Объединенных Наций министр иностранных дел КНР Цяо Гуанхуа на весь мир заявил: «Мы не верим в прочный мир. Любые усилия ООН в достижении мира являются ничем иным, как пустой болтовней». Из трибуны ООН, как и за столом Совета Безопасности, не прекращается обструкции и оскорбительная демагогия маоистов, когда речь идет о войне и мире. Сегодня в Организации Объединенных Наций на всех языках народов Земли звучат слова «мир», «хлеб», «свобода». А на китайском языке здесь кричат, пугая человечество, «война», «голод», «насилие». Пекинские стратеги яростно атакуют лидеров крупнейших капиталистических стран мира. На экране визит в Пекин канцлера Федеративной Республики Германии доктора Гельмута Шмидта. Высокому гостю оказали положенные почести. С ним радушно разделили хлеб-соль. И тут же властно, с напором, потребовали сорвать разрядку международной напряженности, порвать мирные контакты с Советским Союзом и усиливать НАТО. Увы, высокий гость откровенно отказал хозяевам в поддержке их опасной авантюры. Визит в Пекин американского президента Джеральда Форда также был использован для грубых попыток сорвать разрядку напряженности и вбить клин между СССР и заокеанской державой. А Дэн Сяопин открыто предложил президенту создать всемирный антисоветский военный союз. Увы, и американский президент также ответил отказом. Никто из лидеров крупных капиталистических стран не клюнул на пекинскую наживку. Авантюризм маоистов пугает все человечество опасностью ядерной катастрофы. Зато, как верного союзника, в Пекине принимает Франция Йозефа Штрауса, лидера гитлеровского хвостя, неутомимого организатора Третьей мировой войны. Смотрите, как трогателен дуэт империалиста и пекинского марксиста. Ах, если бы вы сковали их силы с Востока, мечтает Штраус.
Вот бы вам насесть на них с запада, вторит Мао. Уж если громить, так только с двух сторон, по единому плану, в тесном союзе, в единомыслии. Они долго трясут друг другу руки, лидеры двух отрядов, как бы единой политической партии войны. Вот она, эта партия. Председатель Мао Цзэдун, марксист из Пекина. Члены. Франц Йозеф Штраус. Обломок гитлеровского рейха, лютый враг мира. Йозеф Лунц, шеф агрессивного блока НАТО, опора военной стратегии Пекина и его союзник. Пиночет, палач народа Чили, лидер антикоммунизма в Латинской Америке, партнер и союзник Пекина. Исхак Рабин, шеф сионистской конторы на Арабском Востоке, душитель палестинского народа, друг Пекина. Дуглас Хьюм, английский консерватор, друг и единомышленник Пекина, начавший свою карьеру с участия в позорном Мюнхенском соглашении с Гитлером. Холден Роберто, душитель независимости Анголы, получающий от Пекина обильную помощь оружием и инструкторами. Португальский генерал Спинола, махровый антикоммунист, битый претендент в диктаторы и единомышленник маоистов. Альмиранте, фюрер итальянских неофашистов, союзник маоистов в борьбе с коммунистическим движением. Фостер, палач африканского народа Намибии, получающий моральную и экономическую поддержку Пекина. Смит, вешатель и палач африканского народа Родезии, друг маоистов, их союзник и партнер по торговле. Кто следующий? Пока не ясно. Но это непременно слуга империализма и махровый антикоммунист. Вот она, какая семейка. На это фото уместно впечатать слова Мао Цзэдуна, сказанные им в 1940 году. Если не политика союза с Россией, если не союз с социалистическим государством, то непременно союз с империализмом. Вот бы отпечатать это фото миллиардным тиражом и заменить им все портреты председателя Мао в домах обманутого им китайского народа. Не хотелось бы бередить старые раны человечества. Но как уйти от прошлого? Разве не так же обманывали народ Германии в канун Второй мировой войны? Что-то уж очень много трагических параллелей. Та же истерика, та же патологическая любовь к фюреру. Тот же психоз. Та же боль. Та же тоска в глазах народа. И главное, та же целеустремленная программа мирового господства и расширения границ. Уж не близнецы ли они? Мы не собираемся определять здесь, насколько они близки, и насколько не похожи. Но подняв на экран старую немецкую хронику, хочется сказать, что маоисты не первые атакуют закономерности истории. Маоизм не оригинален в своих попытках сместить эпохи, перетасовать как игральные карты общественные формации и оживить в стране элементы феодализма. Гитлеровцы ведь также пытались восстановить средневековое рабство. Вот кинодокументы.
Тысячи женщин грузят, как скот, в товарные вагоны и под замком везут на чужбину, в неволю. Как же нужно не понимать нашей эпохи, чтобы пытаться вернуть народы из социализма в кондовое рабство? Прошло 30 лет, а где они, эти старательные погонщики и всесильные рабовладельцы? Или вот еще урок истории. Диктатор Португалии Салазар сам себе еще при жизни воздвиг в порабощенном им Мозамбике огромный монумент. Однако не прошло и 10 лет, как этот бронзовый гигант был сброшен с постамента хозяевами страны. А Салазар так и умер, не поняв, что историю почему-то вспять не повернешь. Также просчитались черные полковники Греции. Также просчитается Пиночет и вся кровавая хунта Чили. Не помогут ей ни террор, ни комендантский час. У истории свои часы. Время на них определяют ныне не фюреры и не диктаторы, наивно верящие, что фашизм для Чили или феодальный строй под знаменем Маркса для Китая и есть лучшая основа жизни этих народов. На чистом листе бумаги маоизм может писать любые фальшивые иероглифы, рисующие жизнь Китая в розовых красках. Однако удержать 800-миллионный народ в положении безгласных рабов антинародной диктатуре не удастся никакими ухищрениями. Идеи Ленина, принесшие человечеству благо социализма, не удастся вырвать из сердец китайского народа. Да, во всем виновата Москва. И тут уж ничего не поделаешь, и ничего не изменишь. На нашем монтажном столе много раз оживают милые лица китайских юношей и девушек. Где вы теперь, наши друзья? Храните ли в своих сердцах тепло наших встреч? Или обзываете нас социал-империалистами и верите в это? Но враг у нас общий. Имя ему – маоизм. Если глянуть со стороны, Советский Союз и Китай – это ведь более четверти населения планеты. И как же нужны человечеству добрососедство и дружба наших народов?